В городе Коканд граждане, состоящие в социальных списках, прошли бесплатный медосмотр. В целях повышения привлекательности ярмарки труда, прошедшей в городе Коканд, здесь был организован бесплатный медосмотр. Проведено обследование состояния здоровья граждан, состоящих на социальном учете, и лиц с ограниченными возможностями. Улугбек Нарбаев, Муниса Камбаралиева, специально для пресс-службы Хакимията города Коканд.